Внимание! Равнение на флаг Российской Федерации, флаг Чукотского автономного округа и Анадырского муниципального района. Торжественную церемонию считать открытой. На исполнение гимна Российской Федерации стоять смирно! Спортивная игра «Зорница» собрала юнармейцев Анадырского района. 5 команд общеобразовательных школ района показали свои знания по истории Отечества, проявили свои спортивные способности, выполнили нормативы программы физической подготовки «Готов к труду и обороне», продемонстрировали свои навыки в обращении со стрелковым оружием, оказание первой медицинской помощи в экстремальной ситуации. На несколько дней центр образования поселка Угольные Копи стал площадком для соперничества и вместе с тем укрепления дружбой. Участники «Зорницы» с гордостью и честью выдержали все испытания и своими достижениями показали, что могут носить достойное звание юноармеец. С каждым годом уровень подготовки юноармейцев повышается. В этом несомненная заслуга наставников команд. Галюжина Сергея Александровича. Тарасова Александра Петровича, Мельниковой Ольги Анатольевны, Пуловой Эммы Гурамовны, Кирилловой Екатерины Ивановны. Слово для оглашения результатов военно-спортивной игры «Зорница» 2023 год предоставляется начальнику управления социальной политики и администрации Анадырского муниципального района Яковлеву Андрею Владимировичу. Уважаемые юноармейцы, уважаемые участники муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница-2023», я искренне выражаю вам слова благодарности за тот уровень подготовки физической, моральной, теоретической, который вы показали на данном этапе.
Вы действительно достойны носить звание юноармейца, патриота нашей Родины. И действительно, у нас, у всех членов жюри, у всех здесь присутствующих, глядя на вас, возникает чувство гордости за то, что в наших школах нашего района, нашей страны учатся такие достойные ребята, на которых можно будет положиться в будущем, на которых можно положиться уже сегодня. Вы молодцы. Вы выдержали достойно все испытания. И понятно, почему мы так задержались сегодня вечером. Потому что огромное количество наград вас ждет сегодня. И мы будем проводить церемонию награждения, очень быстро стараться. Я понимаю, нам нужно строевым шагом, все, но мы будем это делать бегом. У нас 78 дипломов и почетных грамот. Поэтому будем стараться закончить хотя бы к полуночи. Итак, мы начинаем, как это все, ну, чтобы сразу вспомнить, как это все было. Первое конкурсное испытание – это была визитная карточка. И начинаем с первой возрастной группы. Итак, почетной грамотой в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница» 2023 награждается команда, занявшая третье место. Это команда «Витязи-2». Итак, в конкурсе визитная карточка награждается команда почетной грамотой за второе место. Команда «Патриот». И победителем в конкурсе визитная карточка стала команда «Боцмен». Во второй возрастной группе почетной грамотой в конкурсе визитная карточка за второе место награждается команда «Витязи». Почетная грамота команде за первое место, команде «Спарта» вручается почетная грамота. И следующее конкурсное испытание – это было знание истории Отечества. И почетной грамотой в личном зачете награждается юноармеец Деревинская Камила. Лучшему юноармейцу за знание истории Отечества вручается почетная грамота. Это Куликову Александру. И в общекомандном зачете в конкурсе ратные страницы истории Отечества почетная грамота вручается за третье место команде «Витязи-2». За второе место в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» почетная грамота вручается команде «Патриот». И победителем в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» становится команда «Боцмен». За второе место в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» почетная грамота вручается команде «Витязи». И победителем в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» во второй возрастной группе стала команда «Спарта». Итак, в конкурсе на разборка и сборка автомата Калашникова
в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница-2023» лучшей стала деревинская Камила. Лучше всех в первой возрастной группе разбирает и собирает автомат Калашникова Соболев Александр. Во второй возрастной группе среди девушек лучше всех разбирает автомат Сытник Мария. Из юношей лучше всех разбирает и собирает автомат во второй возрастной группе Слободенюк Владимир. И в общекомандном зачете в конкурсе «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» третье место занимает команда «Патриот». В конкурсе «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» второе место занимает команда «Боцмен». Победителем в конкурсе «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» становится команда «Витязи-2». Второе место в конкурсе «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» во второй возрастной группе занимает команда «Витязи». И победителем в конкурсе «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» становится команда «Спарта». В следующем конкурсе за одевание ОЗК лучшим в личном зачете стал Паульгин Виктор. За надевание ОЗК в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница» 2023 в первой возрастной группе награждается Щепанская Анжела. Лучшей за надевание ОЗК во второй возрастной группе награждается почетной грамотой Соболева Елена. Лучшим за надевание ОЗК признан Куликов Александр. И в общекомандном зачете в конкурсе «Норматив надевания ОЗК» за третье место награждается команда «Боцмен». За второе место в конкурсе «Норматив надевания ОЗК» награждается команда «Витязи-2». И победителем в конкурсе «Норматив надевания ОЗК» становится команда «Патриот». Во второй возрастной группе за второе место в конкурсе «Норматив надевания ОЗК» награждается команда «Спарта». Победителем в конкурсе «Норматив надевания ОЗК» становится команда «Витязи». Итак, в конкурсе «Стрельба» в общекомандном зачете третье место занимает команда «Боцмен».
Второе место в конкурсе «Стрельба» занимает команда «Витязи-2». И победителем в конкурсе «Стрельба» становится команда «Патриот». Во второй возрастной группе второе место в конкурсе «Стрельба» занимает команда «Спарта». Победителем в конкурсе «Стрельба» во второй возрастной группе становится команда «Витязи». Вы, ребят, прошли очень серьезные испытания, вы сдали нормативы ПТО. Вы помните, да, что по инициативе нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина нормы ГТО введены как обязательный норматив, ну, для каждого уважающего себя гражданина. Всех возрастов, от мала до велика. И мы, соответственно, проводим очень серьезную работу в этом направлении. И я знаю, что вы добиваетесь хороших результатов. И всегда их улучшаете. Итак, в личном зачете, значит, за третье место в общекомандном зачете зимнего фестиваля ФСК ГТО муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница-2023» награждается Слободенюк Владимир. За третье место награждается Климко Клим. За третье место награждается Деревинская Камила. За третье место награждается Крупнова Мария. За третье место награждается Хохлов Владимир. За второе место награждается Камырахтана Камила. За второе место награждается Ревин Андриян. За второе место награждается Волошина Анастасия. За второе место награждается Инюшкин Владимир. За первое место награждается Белова Юлия. За первое место награждается Рыбалкин Иван. Первое место награждается Сытник Мария. За первое место награждается Борецкий Илья. В общекомандном зачете комбинированная эстафета. Почетная грамота за третье место вручается команде «Боцмен». За второе место в конкурсе комбинированная эстафета почетная грамота вручается команде «Патриот». За первое место в конкурсе комбинированная эстафета в первой возрастной группе вручается команде «Витязи-2». Во второй возрастной группе за второе место в конкурсе комбинированная эстафета почетная грамота вручается команде «Витязи».
За первое место в конкурсе комбинированная эстафета почетная грамота вручается команде «Спарта». В конкурсе, если ты остался один на один с пострадавшим, почетная грамота вручается за третье место команде «Боцмен». За второе место в конкурсе, если ты остался один на один с пострадавшим, почетная грамота вручается команде «Витязи-2». И победителем в конкурсе, если ты остался один на один с пострадавшим, становится команда «Патриот». Во второй возрастной группе, за второе место в конкурсе, если ты остался один на один с пострадавшим, почетная грамота врачей вручается команде «Витязи». И победителем в конкурсе, если ты остался один на один с пострадавшим, становится команда «Спарта». Итак, в общекомандном зачете в конкурсе «Статин строен, уважение достоин» за почетная грамота за третье место вручается команде «Витязи-2». В конкурсе «Статин строен, уважение достоин» почетная грамота за второе место вручается команде «Боцмен». И победителем в конкурсе «Статин строен, уважение достоин» в первой возрастной группе становится команда «Патриот». Во второй возрастной группе в конкурсе «Статин строен, уважение достоин» за второе место награждается почетной грамотой команда «Витязи». И победителем в конкурсе «Статин строен, уважение достоин» во второй возрастной группе становится команда «Спарта». Рукопашный бой. В конкурсе «Рукопашный бой» за третье место почетная грамота вручается команде «Витязи-2». За второе место в конкурсе «Рукопашный бой» почетная грамота вручается команде «Боцмен». И победителем в конкурсе «Рукопашный бой» становится команда «Патриот». Во второй возрастной группе в конкурсе «Рукопашный бой» почетная грамота за второе место вручается команде «Витязи». Победителем в конкурсе «Рукопашный бой» во второй возрастной группе становится команда «Спарта». Так, значит, очень важные личные награды. Лучшему почетная грамота управления социальной политики и администрации Анадырского муниципального района вручается лучшему юноармейцу Борецкому Илье. Сразу должен пояснить, что это не какая-то, знаете, тут понравилось. Это по всем достижениям, по грамотам, по результатам, время в разборке, сборке автомата на диване УЗК и так далее. То есть это четко регламентированная вещь, которую, ну, действительно лучше.
Лучшему юноармейцу вручается почетная грамота «Сытник Марии». Лучшим юноармейцем признан Рыбалкин Иван. Лучшим юноармейцем признана Деревинская Камила. И лучшие командиры два. Выбор был очень сложный. Поверьте, вот это, наверное, был самый сложный выбор. Но баллы есть баллы. Поэтому вообще все командиры просто достойны. Достойны благодарности, уважения, молодцы. Но конкурс есть конкурс. Итак, лучшим командиром во второй возрастной группе признан Тарасов Всеволод. И лучшим командиром в первой возрастной группе признан Рыбалкин Иван. И знаете, очень хорошо, что столько много конкурсов, столько много дипломов. Сейчас действительно есть некоторая интрига, кто же стал победителем, потому что у всех достаточно большое количество первых, вторых и третьих мест. И посчитать, наверное, никто не смог, кто же все-таки победил. Прежде чем огласить главные результаты конкурса, я все-таки озвучу одну идею, которую сегодня предложил Александр Петрович. Он озвучил следующее, чтобы вот те юноармейцы, которые в личном зачете получили грамоты, стали лучшими, получили еще и денежную премию. Так вы предложили. Поэтому мы этот вопрос рассмотрим, и в ближайшее время я жду от жюри предложений в письменном виде со списком, и мы постараемся этот вопрос решить. Поэтому это уже будем говорить, что решили этот вопрос. Я думаю, мы изыщем средства финансовые, чтобы наградить лучших ребят среди лучших. Итак, почетная грамота за третье место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница-2023» в первой возрастной группе вручается команде «Боцмен». Медали настоящие. Если бронза, то бронза. Если золото, то настоящее золото. Итак, за второе место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница-2023» в первой возрастной группе награждается, почетная грамота вручается команде «Витязи-2». И мы сразу понимали, да, когда начинали соревнования, что две команды будут представлять наш район, Анадырский муниципальный район, на окружном этапе военно-патриотической игры «Зорница», который стартует вот с понедельника уже. И понятно, что представлять будут победители. И первым победителем в первой возрастной группе муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница-2023» становится команда «Патриот». Почетная грамота
за второе место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Зорница» 2023 во второй возрастной группе вручается команде «Витязи». И второй командой, которая будет представлять наш район на округе, будет команда «Спарта». И, уважаемые ребята, наверное, даже не от себя, а в большей степени от вас, я хочу поблагодарить ваших наставников старших, тех людей, которые вас готовили, которые рядом с вами плечо в плечо, добились этого результата. Итак, благодарность Управлению социальной политики администрации Анадырского муниципального района вручается руководителю команды «Спарта» Тарасову Александру Петровичу. Благодарность вручается руководителю команды «Боцмен» Кирилловой Екатерине Ивановне. Благодарность вручается руководителю команды «Патриот» Мельниковой Ольге Анатольевне. Благодарность вручается руководителю команды «Витязи» Галюжину Сергею Александровичу. Благодарность вручается руководителю команды «Витязи-2» Хабулаевой Эмме Гурамовне. И за помощь в организации и проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Свищеву Александру Валентиновичу. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Белозеровой Наталье Владимировне. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 благодарность вручается Лукащуку Вячеславу Юрьевичу. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 благодарность вручается Герману Константину Николаевичу. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Яковлевой Виктории Андреевне. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 благодарность вручается Гелинскому Алексею Алексеевичу. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Самохвалову Андрею Александровичу. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Потемкиной Юлии Николаевне. Благодарность за помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Микитюк Эльзи Энвар Анваровне. За помощь в организации проведения муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница» 2023 вручается Зотиковой Надежде Михайловне.
А за помощь в организации и проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница-2023» благодарность врачей вручается Дудочкиной Елене Геннадьевне. За помощь в организации и проведении муниципального этапа военно-спортивной игры «Зорница-2023» благодарность вручается Нарановой Надежде Юрьевне. На этом все. Очень грустно расставаться, но, уважаемые участники муниципального этапа военно-патриотической игры «Зорница», я надеюсь, что мы с вами встретимся в этом зале в следующем году. Состав будет значительно шире, и мы покажем, ну, вообще был высокий уровень подготовки, но мы покажем еще лучшие результаты. Спасибо вам за труд. Молодцы. Богом. Ну вот и закончилась игра «Зорница». Мы хотим пожелать всем участникам удачи, успехов в обучении, совершенствия и стремления к своей цели. Любите свою отчизну и малую родину. Мы уверены, что вы будете достойными гражданами нашей страны. Команды, равняйся! Смирно! Равнение на флаг! Вынести флаг Российской Федерации, флаг Чукотского автономного округа и флаг Анадырского муниципального района. Церемония закрытия военно-спортивной игры «Зорница-2023» завершена. Всем спасибо за внимание. На выход шагом! Марш!